Если кто вдруг не понял, в общем-то мы в Москве. А мы уже минут 12 катаемся по аэропорту. Где это в Шереметьево вот так вот, я, честно говоря, не знаю. То есть, как можно вообще 12 минут кататься по аэропорту, я не знаю. Компания «Северный ветер» нас где-то посадила. Мы все дружно куда-то направляемся. Мне кажется, что вот теперь тоже не знает. Давайте я сейчас постараюсь вам пока поснимать. Мы потом на повышенные админы и ГТВ посмотрим, куда мы приедем. Слушай, там уже дорога вот. Там дорога, Мне кажется, вот в Москву есть. Кажется, шпак доболтался, нас куда-то всех везут. А, слушай, мы уже все. Смотри, у нас же Липка. Нас всех забрали и куда-то везут. Смотри, вот уже дорога. Все, едем домой. Слушай, я в шоке. Вещи с собой нам удобно. Я в шоке, я такого еще не видел. Попросите нас здесь высадить. Там есть какая-нибудь кнопочка? Там просто везти здесь. Все, мы выезжаем в Астрали. Как вам, ребята? Офигеть. Девочка, да. Где работа? Ну все, мы. Ну что? Сейчас водитель, я хочу собрать. Мне кажется, так фильмы ужасов начинаются. Куда мы едем, непонятно. Ну да, мы планировали, так думали, сейчас выйдем сразу, раз, и домой, быстро. Нет. Нет. Мы специально не брали багаж с собой, чтобы так быстрее. Ёкарный рубай, куда-то мы едем, как он сейчас? Так, мы уже не в аэропорту. Я даже не знаю, где. Мы вообще не в аэропорту. Мы не в аэропорту. Если что, выбегаем по себе. Смотри, какая панорама открывается сейчас. О, значит, светится. Жалко, отсвечивается, камера не покажет. Это вот дорога к аэропорту идет. Да. Таких я еще приключений не видел. Нормально. Ну что, я просто тут на 12 минут ехали, сейчас мы уже смотрим, 2.33 у нас есть вообще. Да, и мы дальше продолжаем туда доноситься. То есть, это может быть... А, я понял, это цель. Курсы. Что-то, ну, мы не заказывали. Ну ничего. Вот, красивый рассвет. О, сейчас, да, красивый рассвет покажешь. Экскурсии бывают, да. Ты знаешь, как раньше в Советском Союзе? Приходишь, покупаешь полтора килограмма мяса, тебе 3,5 килограмма костей еще продают. Ты говоришь, я не заказывал, говорит. Плати. Только так. Только так и никак иначе. Вообще там обсерватория была прикольная. Класс. Видишь, там кругленькая такая. Так, мы отправляемся туда дальше. Все, уже поменьше стало отсвечивать. Дорога. Ну что, кто-нибудь еще катался так, нет? Или это нам сегодня так избранным повезло? Я вот сейчас садил. А где самолет посадили, вы вообще офигеете. Видите, мы мимо ограды все катаемся. Это уже следующий угол ограды пошел, видишь? Мы там проехали, здесь проехали. А, вон я вижу аэропорт. Да, вон аэропорт, видите? Вот там аэропорт. Ну, короче, минут через 10 мы туда приедем. Вот такая сегодня у нас забавная была экскурсия. Вот, напишу вам потом, сколько у нас прошло времени до момента выезда из самолета до приезда в аэропорт Шереметьево.